Могут. Могут. Сейм. Плюс-плюс. Камера работает. Да, да, проверяйте. Battle Arena 1 будет. Battle Arena 1 будет. У всех все в порядке. Погрузился. Да, сейчас мы еще раз проточкуемся. Очкуемся. Кто прогрузился? Кто не участвует в бою, пожалуйста, замьютьте микрофон. Ну, слушать можно, но микрофон замьютьте, пожалуйста. О, кайф, у меня модули даже расставлены. Да, 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 только хотел сказать. Да, и дроны распиханы по группам. Watchlist пока. Так. Через 2 минуты. Ага. Авкнул на 30 секунд до команды. Угу. Тоже авкнул. Твич. Мне кажется, они что-нибудь либо Тинкер поставят, либо какой-нибудь Балгорн, Виндик, вот это вот все говно. Скорее Тинкер. Балгорн, ну, сосни, они сейчас будут что-то ставить. Угу. Конечно, у них выбор флагшипа такой интересный. Ну, смотри, Rattlesnake, Скорб Нейви. О, Rattlesnake такой себе, без Z2 дронов. Такс. Нормально с центриков из крузика будет пролетать. Ну я уже это, пукан на скипидайл на съёбинг, митигей циклы, там ГФ-резов, все дела. Так что, норм. С половиной прошедшего джама там стоять, всё, изи. Сейчас я тоже буду митигейти циклами на бэшном гварде. Так, просто включу. Джамшип, логист, варпайт в 50, батл арена 1 в бродкасте. Триглавины, потом Магус, Понтик в 30. Сакра тоже. Иду в 30. Панди, фатал тут, фатал. Варпайт. Отлично. Все варпайт, отлично. Чё-то прям в 4 так одновременно. Ну-ка, чё там у них? Бантам. Это вот этот алым будет их. Скальпель, равен еще равен. Голем. Хорошо. Всё, да. Голем отлично вообще. Да, ой, голем по-любому в джамп попадет. Ну да, когда ты хотя бы примерно знаешь, что ожидать, и это подтверждается, это хорошо, безусловно. Я начну с позиции типа булки подожму, потом, когда прочувствую дамаг, если по мне фокус пойдет, уже тогда буду по ББМ отрабатывать. А пока по сейфовии буду вести себя. Так они беседок получаются. А чё у них 9? Сейчас кто-то еще будет, может, вот. Мантикора. Так, я заряжу джавелины. Спасибо. Ага. А где мантикор? Что-то появилось и пропало. Вначале убить. Бобров бьешь дронами. Посмотрите, какие у них шипы, какие ракетницы. Голем круизный. Равен круизный. Равен нави круизный. Скорб нави. Голем круизный. Скорб. Равен обычный. Скорб рапидный.
И равен... Два рапидных, два и... Два рапидных, два круизных, ну окей. Бабланчеров я не вижу на бабе. Ну, типа, мы сначала не будем в них въезжать. Ведьмаком тоже осторожненько. Скальпель у них еще. Джамим в основном этого голема, да. Джамим бабео. Защиту от электроники мне менять на сенсор? Он походу клоку нажал. А, поставь, да, сенсор оптимизейшн, поставь. Чё, подожди, Мантикоя. Чё, он сейчас вернется, он, видимо, скучился. Not ангаид. И ему пишет Фалькон. Может, он отварпал? Робербан было. А что, разве... что клоку нельзя хитить? А у Мантикора на подскане. Она кто-то отварпал, значит. Может, дисконнектнула? Блин, да, а разве тут бабл не работает? Или он не включен пока? Наверное, время варпа его выключают. РСБ на панде вешать? Пожалуй. Всеми колдовскими башами. Все остальное раскидывали, типа, говно пройти. Так, давайте, да, распределим джам. Рэндальф, у тебя два колдарских. Да. Ты джамишь Голем и Равен Нави. Зирк, ты джамишь Равен. Вевглас, ты джамишь Скорпион и Скальпель. И Бобров тоже. Я буду не Мезис, у меня два этих. На хаунде что за эффект? Скорее всего... Это Себа. Это компы. Это миссл компы. У них по два миссл компа. Так что бобрами тут. Ой, бобрами этими. Ведьмаком тут осторожнее. И крузаками вообще осторожнее. Че, у нас шили на МЖД юнит за это отвечаем? Бобров, да, да. Тоже джамим. Mm-hmm. Да, джамим бобров. Дронами пилим бобров и. Мне наверное, не буду дожидаться на себе никаких эффектов. Ага. Сразу назад. Буду выкатываться. Тебе надо уехать. Во-первых, у них нет линков. Это раз. Во-вторых, у них бобры будут вынуждены за нами ехать, за тобой ехать, чтобы дамажить. Ага. Ну, им, короче, за тобой придется ехать и подставляться под нас. Там их сможет уже ведьмак с дальнобойных линз херачить и рук с хамелеоном. Да, они, окей, наверное, будут джам приморить. Два дальнобойные линзы, 39, если что. На самом деле, то, что они большинство круизные, они не смогут эффективно. Они БША будут, да, сразу, это 100%. Угу. Вот. Шани круизные. Так что панди просто сваливай назад. Если на ком-то там три гизы будут, то скажите, я переставлю линк. Не забудьте мне сказать, что я заеду в кек. Мне кажется, странно, если не будет. Нет? Что, переставить? Нет, у них миссл компы. Мы же смотрели, я смотрел по борде. О, у них флагшип с ней. Кек. Кек, вот реально кек. Его последним убиваем. Не, последним какой-нибудь бантам или скальпелем. Если бобры не пробиваются, сразу говорите об этом. Ну, я увижу, надеюсь. И мы что-нибудь другое придумаем. Например, убьем бантам. Под скальпелем. Отчет, да. Приготовьтесь, линки. Линки на 10 секунд буду давать. Да. И не стойте, едьте сразу на обошках. Угу. Около обошки. Давайте панди и хуга залочим сразу. Угу. Хорошо. Старт. Пока лока нету по мне. Угу. Кого? Хаунд. Кого лочит? Голем джам. Равен джам. Ага. ТП на руки, ТП на руки. На рук, лочим рук. Лорд Колин. Бабы, не мизжи джам. Ага. Лорд Колин. Хаунд курик джам. За МЖД смотрите. Кидаем римботов. Да, смотрите. Залочил лобер один. Не. Ни на ком нет эффектов трагдизов. Угу, отлично. Я думаю, можем ближе подъезжать. Я думаю, можем чуть-чуть ближе. Немезис праймери. Ведьмак тоже подъехали. Поехали немножко. Угу. Они не убьют нам ничего. Рук живет вообще, изи.
Но там джамп лайн. Да. Также держите джамп. Скупная в джаме. Голем вышел из джамы. А, панди, походу, начинает бить. Панди, осторожно. Там, это одна якета. Ага. Скальпель заджамил. Ну, там, где одна, где там и две. Хорошо, я убиваю бантам, потому что плохо. Ага. Немезис, да, стреляем? Немезис, да, бьем немезис. Бьем немезис. А, стойся, дамаг? Далековато. Хаун джам. Ага. То есть разворачивайся. Да, еду. Бантам. Голем джам. Бантам, лочим. Панди, можешь также немезис убить? Пробуем бантам убить. Угу. На джамшипах тоже всей толпой пододвигайтесь. Подвигайтесь ближе. Умирает немезис, сейчас умрет. А, следующий. Бобер. Хонда, например. Голем джам. Так, ну, Вевглас, да? Помоги по бобрам. А бантам, хотя бантам дома. Умирает, да. По тостеру. Угу. Я назад выезжаю. Хаунд джам. Тостера лочим, кидаем ботов. А заплотняю хаунд. Хаунд откачивается. А заплотняю, еще mm-hmm. залп. Готов. Кам. Следующий, Пурик. Пурик. Голем все еще джам. Потом антикор. На Верава вышла из джама, скальпель джам. Пурифайр праймари. Мачу Пурифайр. Мантикора потом. Да, можете ближе. Парандальфа дамаг. Рэндальф. Мантикора джам. Рэндальфа римботов. Угу. Да, можно. Я думаю, все ок. Потом Мантикора. Мантикора правильно. Мантикора очень далеко. А, окей. Равен голем джам. Мантикою стреляю. Угу. Давайте батл какой-нибудь. Давайте, Равен. Голем скорбная джам. Скальпель джам. Равен праймари. Я добью сейчас Мантикою. Готово. Равен? Да, Равен праймари. Еду скальпель. На него. Ну, короче, все в чем. Ох, как у них шилбот. Я вкатываюсь такой. Да, я тоже на смарт. Голем джам. На тостер бот. На тостер бот. Сняли ТП, сняли. А хотя не надо. Все ок, выкачивает. Да, соберите бот. Скальпель джам. Убиваем равен. Равен на джаме. Потом будет голем. Да, давайте ага. Голем, потом Равен Нави, потом... Джамом чуть ближе. С Голем выше. Эй, не убивайте Скальпель, пожалуйста. А, окей. А чё? Ну, его последний мастер. Меня залочили. Нет, там бантам есть. А, или бантам убил. Нет, я убил бантам. Все, окей, тогда оставлю Скальпель, сорян. Равен. Голем. Все в первом джаме. Голем праймари. Ой, как-то мне, да, не очень. Не, нормас. А, все ок. Все, а я заплотняю голем. Ага, голем праймари. У них там смарт нет? Ты не в смартах? Нет. А у тебя смарт есть? Есть. А чё стоим? О, там яйца дроны. Так, забираю логи дроны. Ты это уже не голем джам, мы так разъебим это всё. Не, логи дроны, на нику не надо. Вы скорб Нави заджамьте просто и все. Нави джам. Угу. Потом Равен Нави. А чё со скальпелем? Может скальпель? Скальпель последний, чтобы полутать джам. Этот. Да, ага. Спокойно. Вдруг там. Он джам. А он может вытащить то, что. Понимаете? Так он в джа. А, ага. Да, это я буду. Значит, что-то. А нам дадут. Не, нам дадут полутать, я напишу. Давайте скальпель. Сможем? Давайте скальпель убьем. Он уезжает. Короче, я дронов кинул. Ага, да, кидай на него дронов. Равен Нави. А кого-то бьют? Нет, они все в джаме. Голем вышел. Ой, голем, на Веравен вышел. Поехал. Чекните, чтобы у вас место было под лут, если что. А у меня есть, я скину батарейки. На Рандальфа Пейнтер идем. Равен Нави бьем. Да, скальпель сейчас умрет. Пишусь ему. Его грапляем, по идее, жалую. А, все, отлично, нету. Ох, полыхать будет Эдит. Дронов-то соберите, пожалуйста. Окей, да. Соберите дронов, они тут репаются. А, кстати, на ЕЦМ дронов на этом дать нашему блоге, чтобы он писался. Да не надо, слишком долго. Зачем? Забейте. Мы сейчас просто убиваем их и все, и отдыхаем потом. Да. Да, не надо. Лутайте. Ага. Я залутаю.
собирать дронов. Это что, я не впишусь в флагшип? Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Почему что, ждем, пока я доеду на нем на Б? Так надо, нагло. Че, норм полутает? Да там нету. Еще ничего не убили. Скорб Нави у них этот флаг. Да я говорю, нету по-любому ничего-то. Ну, CCP-сенк. У них уже самих горит. Горит, горит. Да блин, мы поставили такой став, они не обратили на него внимания. Мы третий бой подряд ставим АТ-шипы. Да. РСБ списаться можно? Pay to win во все поля. Нет, РСБ не вписывается. Фатал, ты тоже не впишешься. Бью, короче, топ-топ-топ один пилот хамелеон. Да. Вообще ок. Мы его убьем. А он нормально так живет, долго. Я понятию. Лутайте. Воу, Хаким, балкон. Оу. Ларша без салка. Гвардия, Таргет Пейнтер. Все отлично. Все полутали. Да. Линкуя без салку, она у меня в базе данных. Рэндальф, качай, следующий раз не буду. Эй, я дождался, я мог не дождаться. Три джаммера. Дрон. Не прошли, да? Да, не прошли. Они все расовые были. Ну почти все, кроме меня. Поздравляю, парни. Отличная работа. Спасибо. CCM Reloaded. Спасибо, спасибо, спасибо. В комментариях было. Че там было? Все. Мало, что сделал этот Джан. Еее. Че там, комменты горели, горели? Да. Пожар. Можно отапливать город. Майлотной зимой, да. Линканите флагшип. Так, у кого флагшип? В панде? Ща. Ох. Ой, хорош. Сладкий. Как мне линкануть волкал? Сейчас я линкану обоссал. Линкани обессалку. Бля, всего один балкон. В один выпал, да. Но у меня есть и так три балкона. Блин, она это аутистка, это гистекс тайп, это дебилизм полный, надо это питекс тайп базу брать на такие случаи. И у него даже потеблинины. Ники влакал линкует. Да, специально пусть все знают. Короче, сто пудов это сами они скрафтили. Да, наверное. Себя. Не особо представляю, что им нужно получить, так что. Yep. Такого у меня точно нету. Так. Бля, почему у него нет же характеристик? Теперь смотрим гидро. Смотри.